Всем привет! Меня зовут Драл Александр, я из города Азова, и я пишу стихи. В 2017 году я побывал на форуме Таврида, который кардинально изменил мою жизнь. В частности, я стал региональным представителем международного проекта «Поэзия в лице». Почему же я в этом году хочу опять попасть на Тавриду? Это, конечно же, диалоги, мастер-классы от ведущих специалистов по всей России. Это получение драгоценного опыта, знакомства, друзья, создание совместного либо проекта, либо написание стихотворения, либо создание песни. И, конечно же, море эмоций, чем я хочу поделиться и быть полезен для других участников форума. Это в моей организационной деятельности, опыт как поэта, писателя. И, конечно же, я хочу на утренней зарядке сделать массаж Стасу Море. Все будет Таврида.